такое чувство, что за мной кто-то следит. А как же камеры? Ну, как в Англии. Ну вот, а теперь еще немного табличек. Скукотища. У меня такое чувство, что за мной кто-то следит. Если она не хочет быть со мной, пусть скажет об этом прямо. Тут все рядом. Обожаю этот город. А что, если его не поймают? Он убьет всех в городе. А как же камеры? Ну, как в Англии. Просто не... Поссорились? Он меня предал. Клялся в вечной любви, а теперь женится на другой. Он изменял мне с ней? Я всегда думала, что у него кто-то есть. Это она? А тебе не все равно? Похоже, он забыл прошлое. Ну и ты забудь. Не могу. Пока правду не узнаю. Помоги, я должна знать. Пусть самое плохое. Ладно, займусь. Интересно, он о ней вспоминает? Может, поэтому он был таким нерешительным? Я его не виню, но ужасно, что я обратила на него внимание только поэтому. Он был сломлен, нуждался в поддержке. Я не думала, что влюблюсь. Странно все вышло. Она просто хотела помочь другу и не предполагала, что так выйдет. Thank you.
покончила с собой. Все было замечательно. А сейчас я боюсь за Сюзанну. И вот что. Не прыгни она тогда со скалы, я бы не встретил свою любовь. О, как все запутано. Он встретил эту девушку после смерти бывшей. Все это сплошное недоразумение. Не знаю, что она скажет, но скоро станет ясно. Хорошая новость. Он тебе не изменял. Но есть и плохая. Твоя смерть их сблизила. Значит... Значит, он меня любил? Похоже, да. Какая я дура. Он и сейчас тебя вспоминает. Если от этого станет легче, знай, он никогда тебя не забудет. Легче, да. Как жаль. Я должна была ему доверять. Может, тогда и поженились бы. Ну что уж теперь. Ладно, спасибо. Здорово. Ты тут работаешь, что ли? Было дело. 10 лет горбатился тут как проклятый, а потом не выдержал и выстрелом разнес себе башку. Секреты тяжкая ноша, иногда непосильная. И чем ты занимался? За территорией ухаживал. Могилы копал. Всем тем, чем обычно занимаются смотрители. Как ты понимаешь, я не об этом. Слушай... Ты ведь раньше был детективом, ну а я, скажем так, был скромным смотрителем. Давай без лишних вопросов. Как знаешь, я просто хотел помочь. Я же сказал, хватит об этом. Ну вот, а теперь еще немного табличек. Скукотища.
Раньше это было для меня местом, где лежит моя Джулия. А теперь это просто могила, где зарыт ее труп. Скоро и меня туда закопают. Но это не наш дом, просто клочок земли, куда кто-нибудь придет, чтобы нас вспомнить. Только еще одного долбанного призрака мне не хватало. Прости, что я так долго, Джулия. Ты как? Я не знаю. Я так напился. Ну, мы оба. Мы с ней стояли, обнимались, а потом я упал в воду. Когда обратно забрался, ее уже не было. Тебя столкнули? Да нет, ничего такого. Говорю, хватил лишнего, вот и упал. Просто я очень удивился, что она ушла. Ну, наверное, испугалась чего-то. Да, твоего трупа в воде. Что? Проехали. Мне надо идти, но вдруг она вернется. А вот в участке было тепло и уютно, правда? Ты там потихоньку бегала за фонариком? Потише! Я тебя не вижу, и мы не разговариваем. Усек? Тут полно людей, которых я знать не хочу. Эй, повежливый. В досье сказано, что тут произошло убийство. Я вижу только листья и грязь. Они могли зайти в тупик. Не так быстро. Что теперь делать? Я разберусь. Прошу прощения. Пару недель назад вы не застали тут полицейское расследование? Я близко не подходила, но кажется, там что-то было. Я не уверена. На берегу точно что-то было.
Какая трагедия? Такого никто не заслуживает. Эй, тут убийство было. Вы что-то видели? Это плыло по реке рядом с трупом. Кажется, оно лежит в тех кустах. В кустах слишком темно. Джой, тебе нужно кое-что вытащить из тех кустов. Окей. Не знаю, что это, но больше ничего не нашла. Минуточку. Это что-то знакомое. Подняться по реке и найти это место. Скажу Джой. Труп вынесло на берег, значит... Убили ее в другом месте. Но где? Берег тянется на мили. Это все равно, что искать иголку в стоге сена. Нет, гений. В стоге иголок. А причем с призраками? Вот бы спросить ее, Софию. Черт возьми, а ведь точно, это тот призрак, что шел за мной. Девчонка никак не отвяжется. Это она, та, что на фото. Черт, хватит так делать, ясно? Стой, не оставляй меня. Ты видел? Да, она говорила с мертвым копом. Одна услуга. Дайте ей шанс, она всем нам поможет. Пожалуйста. Ты слышала? Да, разумеется, слышала. Демоны! Проклятие!
Отстань, не видишь, я занят поисками. Ну что там с Софией? Я не поймал ее еще. Так чего ты тут со мной болтаешь? Ну давай, давай. Чё там сложного? Хочешь сам попробовать? Кто всё это придумал? Ну хоть будет о чём рассказать. Сколько это может весить? Надо было взять лом. Да. Когда едешь автостопом в Бостон посреди ночи, как же без лома-то обойтись? Давай, иди уже сюда. Эй, как скажешь. Привет. Кто у нас герой? Мой прадедушка. Я нашел на чердаке его армейские вещи. Даже отбил из его фляги. В нашей семье о нем не говорят. Это из-за того, что он на войне воевал. Угу. Как это, наверное, здорово вспарывать штыком животы, размазывать чьи-то мозги по стенке. Поверь мне, парень, о таком ты никогда не забудешь. Хотя забыть-то как раз очень хочется. И что? Он был герой. Я бы все отдал, чтобы меня таким же запомнили. А меня помнят как труса, который покончил с собой. Сочувствую. А это неправда. Не знаю, как это вышло, но я не трус. И будь я жив, я бы за такие слова кому угодно глотку порвал. Ладно, ладно, ты не трус. Я понял. Таким, как ты, не дано понять. Эй, не знаю, что ты делаешь, но... Наконец-то. Хоть кого-то прислали. Слушай, ты меня с кем-то спутала. Кого ты ждала? Вот кто будет за всем этим следить? В смысле, ты только оглянись вокруг. Это же не просто камни. Это человеческая память. Всем наплевать. А я вот не хочу, чтобы мое имя стерлось. Я не хочу полного забвения. Понятно. Ну, удачи тебе. Это называется в порядке? Мы находимся в старейшей части кладбища, заложенной еще в 60-х годах 17-го века. Думаю, это им обязательно понравится. Возможно, какой-то скандал, о котором они не говорят. Почему здесь было столько эпидемий? Ответ. До событий. Кладбище... У меня мурашки по коже. Может, тут призрак? Пожалуйста, следуйте за мной.
Слышь, старичок, отстань от бедняжки. Бедняжки? Ха! Меня из-за нее засадили в камеру смертников, между прочим. Так, минуточку. В том, что случилось, виноват ты сам, а не она. Конечно. Но если б не она, никто бы не узнал. Ты бы видел, какая гордость была у нее на лице, когда они всадили в меня иглу с ядом. Она притворяется, что ей все равно, что она выше этого. Но я-то знаю. Я видел ее спящей. Тебе что, нравится за ней следить? Нет. Я жду, когда она умрет. Займу место в первом ряду. И вот тогда мы с ней хорошенько потолкуем. Она сама во всем виновата. Чья рука? Да. Это жертва, принесенная на алтарь науки. Кровавая жертва. Это вуду какое-то, а не наука. Можно и так сказать. Но ведь истинная цель науки — понять, как устроен мир и какие силы им управляют. Мои методы могут показаться несколько негуманными, но это не повод остановиться на полдороги и все бросить. К тому же, теперь у меня полно материала для дальнейших исследований. Что? Вы ставили опыты на людях? Большинство и так уже, считай, покойники. Я спасаю, кого могу. А остальным? Я тоже нашел применение. Это же люди, не морские свинки. Вы правы. А теперь извините, меня ждут дела. Уйдите, я работаю. Так, что это за место? Я не знаю. Они говорили, это вроде бы полевой госпиталь. Прошу, вытащи меня. Это не госпиталь. Он обманывает. Кто? Доктор Троттер. Я не понимаю, в каком смысле не госпиталь? А что же тогда? Просто бойня. Я только хотел помочь, и все. Прости. Я устала бороться. Уйдите, я работаю. Эй, не бойся. Я просто хочу спросить, и все. Но почему все так умеют прыгать, кроме меня? Надо бы научиться, что ли. Ах!
Сюда! Пациент опять бредит! Боюсь, сейчас будет припадок. Сделайте для него, что можете. У него органы отказывают. Уже недолго осталось. Я не могу говорить. Вы не видите? Ему больно. Прошу, помогите! Все мы тут долго не протянем. Погоди, ладно? Охотник на привидения. Мы в Сальме, Массачусетс. У этого города жуткая история. И он... Надеюсь, лунный свет попал в кадр. Кричащих фантазмов обитает на этом кладбище. Кричащих? Проблема в том, что ты несешь бред. Уэй, сколько раз тебе повторять? Не смей меня поправлять! Ну нельзя же нести такую чушь! Тебя засмеют. Ни хрена. Мое шоу за это и любят. Ладно, извини. Давай. Какое тихое местечко. Ты тоже повелся? Когда они меня выпустят? Я всем этим козлам кишки выпущу. Так, а ты не пробовал просто взять и выйти? Что-то мне подсказывает, у тебя запросто это может получиться. Да ну? Это как? Дверь-то изнутри никак не откроешь, умник. Ты разберешься. Проехали, старик. Я сам справлюсь. И еще ничего не закончено. Произошло уже немало смертей, но, похоже, грядет еще больше. И их вряд ли можно предотвратить. Боюсь, кладбище будет переполнено. Thank you.
Не бойся меня, я хочу узнать, кто тебя убил. Да, да, я полицейский. Черт, понял. Ты не пытаешься убежать. Ты ведешь меня? Так и знал. Звонарь. Но почему он захотел убить тебя именно так? Эй, не бойся. Давай, выходи из воды. Все нормально. Я тебе не враг. Что за чертовщина? Договор? Не понимаю, какой еще договор? Нет. Сейчас тебя убьют. Ты еще ребенок, не надо на это смотреть. Тебе. Его знак, он что-то означает. Отстань от меня! Ну, вот и все. Нужно возвращаться к Джой. Thank you.
слышала крик! Ты в порядке? Ну, я все еще мертв. Ты ведь что-то нашел? Да, нашел. Звонарь утопил девочку в озере и пустил тело по реке. Мама была права, это дело рук звонаря. А ты узнал что-нибудь о маме? Нашел след там какой? Извини, хорошо ты не видела, что с ней сделал этот ублюдок. Он садист. Но знаешь, что странно? Он все время спрашивал ее про некий договор. Договор? Вроде не было ничего про договоры. Стоп! Другой случай. Выжившая жертва звонаря. Арис Кэмпбелл. Диагноз параноидальная шизофрения, бессвязный бред про казни и договор. Опять договор. Там сказано, где она? Написано «Люкс Этерна». Это что? Да. «Люкс Этерна» — это психбольница. Какой сюрприз. Ладно, ты готов? Знаешь что? Ты пока иди вперед. Я немного задержусь. А? Ну, увидимся в психушке. Прикольно, что уж. Скоро. Мы будем вместе. Уже совсем скоро. Прости, Джулия. У меня плохие новости. Расслабься, брат, она в курсе.
такое чувство, что за мной кто-то следит. Больница. Единственное место, где тебя пытают ради твоего же блага. Если опыты врачей увенчаются успехом, для них же будет лучше. Если пациент потеряет память и забудет о лечении. Готово? Расслабься, мы уже не на кладбище. Ага, мы в психушке. Намного лучше. Хотя тому, кто болтает с призраками, тут самое место. Ты пока не спятила. Идем. Ладно, я помогу тебе войти, но... Что но? Слушай, если мы собираемся спросить Айрис про договор, это должен сделать живой человек, так? Вот и не забывай, кто тебе дверь открывает, умник. Да-да. Давай, вперед. Нам нужно выяснить номер ее палаты. Привет. Не подскажете, я ищу подругу. Сейчас неприемные часы. Да, но ее увезли копы. Ну вот к ним и иди тогда. Да я ходила, они сказали, она может себе навредить. Не могу помочь. Ладно. Поговори с ней еще. Попробуем понять, про что она думает. И посмотрим, что у нее на столе и на мониторе. Предположительно, это мужчина крупного телосложения. Очевидно, привычный к насилию и жестокости. Его прошлое наверняка было ужасным. И именно оно в итоге привело к полной потере личностной идентификации.
если я позаимствую вертолет и оставлю записку? Во внимание то, что отец миссис Гвин впадал в ярость, если она мешала смотреть по телевизору и... Эти огни! О боже, эти огни! Любое проявление гнева, и особенно со стороны мужчин, для нее является триггерной точкой. Я понимаю, что пациенты, а тем более те, кто заторможен действием лекарств, могут раздражать, но, тем не менее, вы должны быть очень осторожны. Но ведь она... Я даже не знаю... Психованная. Да, как неожиданно. Это просто моя работа. Если я ему все объясню, он поймет? Хватит этого. Врачи зануд, таблеток, ножей. Возвращаюсь в свою хижину прямо сейчас. Жуки ползут и ползут по стене. Никто не хочет от них избавляться. Но и я больше не буду их давить, ведь тогда эти слепцы свяжут меня. Невероятно, они связывают меня. И почему? Просто потому, что не видят жуков. А ну уходи! А ну уходи!
сижу вот и думаю, как ты там без меня? Только ты у меня и остался. А у нее, может быть, только эта подруга осталась. Прости, я знаю, это тяжело, когда ты за кого-то в ответе. Как зовут твою подругу? Айрис. Айрис Кэмпбелл. Да, твоя подруга Айрис у нас. С ней все будет хорошо. Спасибо. Большое спасибо. Подожди немного, сейчас. Мне только нужно посмотреть на монитор. Джой, нужно скорее ее найти. Ей назначили электрошок. Так, детка, путь свободен. У Айрис через 15 минут шоковая терапия. Да уж, лучше не скажешь. Пошли.
телевизор снова барахлит. Снова твой выход. Чтоб тут пройти, я должен в тебя вселиться. Неа, как я это ненавижу. Ну тогда сама иди. В смысле, без меня. Ладно. Не знаешь, что это за руки? Заблудшие души, наверное. То, во что превратились, если тут застряли. Или не двигались дальше, как ты. Нет! Что делать? Так, иди дальше. Иди в палату Айрис. Нет, нет. Давай, пойдем вместе. Джой, выбора нет. Я разыщу тебя, как только что-нибудь придумаю. Иди.
Что это? Это вовсе не мое. Где я? Ты здесь работаешь? Прояви милосердие. Не могу помочь, прости. Похоже на курицу. Забыл, что ли? Мы с тобой боялись электрошока, но, похоже, уже поздно. Не говори так. Ну ладно, иди попробуй вытащить что-нибудь из этой невменяемой. Айрис... Не волнуйся, я хочу помочь. Не трогай мою сестру! А, я не буду трогать. Не подходите! Опа! Нихрена себе, она меня... Круто! А, кажется, этот знак я знаю. Я его уже видела. Я не помню, может, в мамином досье? Я точно такое где-то видела. Этот означает защиту. Нет, я знала, что это стой! Договор? Она все помнит. Она соображает. Извини, малышка. Может, и зря я тебя сюда привел. Thank you.
все знают. Скорее бы смена закончилась. Нет, Горько, тебе кажется, что мы невидимы, но люди-то все замечают. Только если подглядывают в окно твоей квартиры именно тогда, когда мы, ну, сама понимаешь. Это уже начинает меня бесить. Хватит этого. Врачи зануд, таблеток, ножей. Возвращаюсь в свою хижину прямо сейчас. Что за хрень? Она меня как-то выкинула? Ладно. Посмотрим, есть ли объяснение тому, что стало с этой девочкой. Зачем эти штуки? Это что, арт-терапия? А? Нет, голубые. Голубые глаза, холодные, как смерть. У кого голубые глаза? Смерть? Что еще за бред? Голубые глаза, волчьи глаза, стальной взгляд.
Что происходит? Тихо. Мне страшно. Алис, беги одна. Нет, нет, беги. 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 Давай. Не трогай ее. Беги. 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 Спасла Айрис, но заплатила за это жизнью. Звонарь охотится на девушек. Ну-ну, что? Что ты видел? Бедняжка. Ее спасла сестра, когда их собирались сжечь. А вот ей она помочь не смогла. Айрис, ты в порядке? Ронан? Это Роуз. Она горит. Она вселилась. Я же сказал, не подходи! Кто ты? Я Джой. Тебе здесь нельзя оставаться. Санитары. Это все, мне конец. Мам, возможно, Айрис это ключ ко всему, помоги ей. Она пойдет с нами. Нет, вы ее не соберете. Так, хочешь, чтобы ее били током? Она остается. Хочешь спасти ее? Уходит с нами. Выбирай. Настоящий кошмар. Сюда, в эту арку. Там никого. Почему мои самые страшные кошмары становятся все хуже? Так, сейчас разберемся. Не думала, что вновь это увижу. Ну, что тебе известно про этот договор? Ничего. Рассказывай. Это бессмыслица. Погоди. Значит, он просто спросил, не знаешь ли ты про какой-то договор? Он не спрашивал. Хотел, чтобы мы признались, что заключили договор с дьяволом. С дьяволом? Мы ничего ему не сделали. У него не было ни одной причины так поступать. Ни хрена себе. Одну девушку он топит, а другую сжигает. И где же я видел этот столб? Thank you.
Короче, смотри, отведи Айрис в церковь, убедись, что она в безопасности, потом встретимся. Ладно, пошли, Айрис. Так. И каким же образом выставка в музее связана с убийством Роуз? Thank you.